Вот муха, да чего ж ты непочтительное творение Божие, в то время как я лицо духовного звания, погружаясь в мысли о преподобном старце Зосиме Финикийском, ты имеешь дерзновение садиться на его дивное изображение, ходишь по нему своими наглыми ножищами, моешься тут, прости Господи. Надка, и это я, про которого говорят, что я мухи не увижу. С кем ты тут разговариваешь? Да вот с мухой. И охота тебе? Не пойму, отчего куры так нести стали. Смотри, сколько наквокали за сегодня. Вот люди, не станут нестись куры плохо. Много несутся, опять не так. Не спорь. Еще мама рассказывала. Если куры несутся много или грибной год, не к добру это. И не нравится мне, что Моисей пришел. Просил тебя позвать, вон стоит. Помоги, батечка, не унимается она. Мы уж ей и так, и это поговорили. Она все свое толмудычит. Стала вовсе невозмутимая. И такие страшные слова говорит. Это затхлая атмосфера, беспросветность. Это про веру своих предков. Так чем же я помогу тебе, милый человек? Кто не знает отца Александра? Все знают, как вы имеете силу проповеди. Говорят, это ужасная сила. Так ведь я о Христе проповедую, за Христа. А ты, добрый человек, как я понимаю, просишь иное, чтобы я дочь твою от Христа отваживал. Боже мой, ну что вам стоит? Одного человека вы отвадите, так 100 человек еще приводите. Посуди сам, батечка, у меня 5 дочерей. И только одна в замужах. Если Хавочка свершит свои нелепые мечты, то кто же ее возьмет в замуж? Наши не возьмут, потому что она ваша. А ваши не возьмут, потому что она наша. Ой, вей, на колени стану. Ах ты, оказия какая. Хавочка, что ж ты там стоишь, доченька? Иди сюда, батечка с тобой поговорит. Я сам подойду к ней. Ты должна осознавать, что этот поступок может быть самым важным и ответственным в твоей жизни. Я осознаю, батюшка. До конца ли? Да, батюшка. Я уже все решила. И ничто меня не остановит. Ведь только подумай, что принесешь родителям и сестрам своим, отрекаясь от их веры и принимая лучезарный свет православия. Но ведь сказано в Писании, что оставь родителей своих и приди ко Христу, что помеха ближний человеку. Да это-то сказано. Но православие накладывает на человека величайший груз ответственности. Так ты только за своих отвечаешь. Господь простит тебя, если ты останешься со своими. Будешь доброй, ласковой матерью, нежной женой, честной соседкой и никому зла не принесешь в своей жизни. Но если ты примешь таинство крещения и будешь худой христианкой, это будет очень плохо. Иной и у нас думает, раз крещенный, значит спасенный. Это далеко не так. Ты подумай хорошенько над моими словами и не спеши. Обещаешь? Теперь обещаю. Подумаю. Может, оно и верно. Но, а коль не передумаешь, я тебя лично и крещу. Хава, это значит Ева по-нашему. Угу. Станешь Евой в честь прародительницы рода человеческого. Ну, ступай к своему папаше.
Крепко подумай. Ну, чисто муха. Александр, я виноват. Ну и жена. До того меня разозлит, что я ее убить готов. Это, конечно, грех. Но я скажу по секрету. Сам иной раз до того свою Алевтину боюсь и недолюбливаю, от самого себя деваться некуда. А потом подумаю, ведь она мой точильный камень, я в нее затачиваюсь. Если бы она время от времени не была такая плохая, разве я стал бы такой хороший? Здравствуйте. 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 Господь дает нам жен чаще всего совсем не похожих на нас. Угу. Вот взять хотя бы меня и мою Алевтину Андреевну. Я худен, строен, подтянут. Она округлая и полновата. Взглянуть на нас со стороны, я единица, она ноль. Но вместе мы образуем десяточку. Без меня, без единицы, она была бы ноль. Но я без нее... Без нуля остался бы всего лишь единичкой. О, Кирилл воин! Ступай, ступай. На побывку прибыл, в храм пошли. Вот еще. Я только на кладбище, к отцу на могилу. Напрасно. Нынче день всех святых, а значит и твой праздник. Двух Кириллов, Александрийского и Белоезерского, соседа нашего. А у вас, у попов, каждый день праздник. Эх, Кирюха-горюха. Догоняй! Догоняй! Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Это Сашенька. Что будет, а? Андрюшу и Данилку сразу на войну сгребут. А Митю и Васю? Как думаешь? Неужто тоже воевать пошлют? Священники, Витюш. Пересвет его с Лябе монахами были. А на поле Куликовом? Она? Ты чего вспомнил-то? А? Отец, благослови, а? Или там что-нибудь с святой водой. Сейчас. 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 Морозов! Морозов, бля! По трибунал пойдешь! Трибунал. Трибунал. Ай. Отец Александр!
три воинства русских мальчиков этих. Сам ведаешь их имена, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Яко держава Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Отрицаешь и лися сатаны, и всех дел Его, и всех агел Его, и всего служения Его, и всея гордыни Его. Отрицаешь. Петерис, я упекал по, а? Усе ви пасхатес, я упекадо мне мускал пояс, а ты ксибуз мои. Эстива юаркоту, новил шваркоту. Яныш, варбут ту палидзас мусу. Диме, но Сибирес отгрыз. Сочетоваешь ли ся Христу? Сочетоваюсь. Иди. Это русская традиция. Хлеб и соль. Оп, раззява. Крещается раба Божия Ева. А вот и наш трофей. Это их вождь, Ленин. Нет, это его приз. Это большевистский скакун. Ну и вонище от этой скотины. Снимай быстрей. Ну что, окрестил эту хитрую? Не могу ее не крестить. А я ничего не говорю. Чего сразу? Зайчик мой подсиделый. Вот. Тебе радость. Письмо от лучшего друга. От владыки Сергия. Угу. Просит прибыть к нему в Ригу. Was brennt da eigentlich? Na wie immer, die Synagogen, was sonst? Да, значит, и вы, немец, воевали за царя и Россию против немцев? Ну, видите ли, я русский немец. В 14-м окончил Александровское военное училище на австрийский фронт. А в 17-м? Осенью 17-го оказался в Москве. Сражались за Кремль вместе с юнкерами? За Керенского? Увольте. Я благодарю. Одно мороженое. Потом Дон, потом Деникин, поражение, исход. В 20-е годы вернулся на родину предков в Восточную Пруссию, дослужился до полковника, но остаюсь православным. Что ж, похвально. Так что вы говорите, и с Гитлером лично знакомы? Несколько дней назад обедал с ним и его приближенными. И что он желает возродить в России православие? Вам нужен прямой ответ? Тогда нет. Так стало быть, это временное послабление. А потом, как в римские времена, гонения... Распятые вдоль дорог христиане.
Или, как в нашем просвещенном веке принято. По большому счету, фюрера все это мало заботит. Но люди, которые занимаются нашим опросом, вполне заинтересованы в возрождении церковной жизни России. Или у вас есть иные варианты? Увы, нет. Благословите, владыка. В Псковском крае действующих храмов не осталось. Осквернены. Мерзость, запустение. Пустыня. Вот и надлежит нам эту пустыню привести в божеский вид. Вы, отец Георгий, и вы, отец Кирилл, всем нам придется поусердствовать. Ну и где ж взять столько священников? Наскребем по сусекам, по всей Прибалтике. Владыка, простите, к вам отец Александр Ионин из Тихого. Зови, зови. Вот вам отцы и первосвященник для нашей миссии. Это самый что ни на есть выдающийся тип русского батюшки. Проповедь читает короткие, но такие, что прямо в сердце. Я с ним давно знаком. Он тоже в 20-е годы испил полную чашу. Ссылки, лагеря, ну, в общем, все как полагается. Разрешите? Благословите, владыка. Присаживайся, отец Александр. Чайку попей. Здравствуйте, отцы. С праздником. Как военное время заведено, по вашему приказанию прибыл. А мы как раз о тебе говорили. Обо мне? Вот ведь нашли предмет. Загадали мы. Кто первым войдет, тот и будет первым священником Псковской православной миссии. Вот как. Ну, загад не бывает богат. И что это за миссия такая? Возродить на Псковщине православие. С помощью немцев? Нехорошо. Храмы возродить, конечно, надо бы. И народ без церкви тоскует. Но при немцах. Вот я такой, что мне бы иной раз и промолчать надо. А я возьму да и спрошу. Что же это, отцы родные? Не получимся ли мы предателями Родины? Советы безбожные нам не Родина. Все это так, но вы посудите сами. Я в честь святого Александра Невского крещен. Его своим заступником почитаю. А он немцев бил. Русские же мы. Пастырь добрый полагает душу за овцы своя. Народу нашему под немцем совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без Божьего утешения? Ну, коли так, я готов. И куда же меня передислоцируйте? Ты сказал, что в честь Александра Невского назван. Ну вот и поезжай в село Закаты. Там как раз храм твоего небесного покровителя. Как благословить, владыко? Странное место это Россия. Какое чудовищное сочетание убожества жизни и красоты природы. Вот это небо, эта река, этот прекрасный лес, пение птиц. И это убогое сооружение. Триумфальная арка. Да, Париж, Париж.
Бери выше. Рим, Вавилон. Да, это точно. Поехали. Эй, поосторожнее. А погода-то какая? Даже не верится, что где-то война. Люди убивают друг друга. Не верится? Да твой Лёшка его убивает. Если не его самого. Ах ты, паразит! Ты как у тебя язык-то не отдал? Эй, дети! Фото! Фото, фото! Фото, фото! Keine Angst, Kinder. Не бойтесь, дети! Hier kommt gleich ein Vögelchen raus. Птичка. Давай, давай! Птичка. Отсюда вылетит птичка! Hans, du kannst ja deine Theorie prüfen. Ты можешь проверить свою теорию. Почему бы и нет? Du auch, aber хороший шанс! Ты тоже не зевай! Noch einmal. Noch einmal. Еще раз! Еще! Проклятая баба. Ганс, перестань. Что, ни разу не получала плюхи от девок? Ганс, Ганс, убери пистолет. Ганс, Ганс. Ганс, успокойся. Стоп, пошли, нам пора. Она же еще ребенок. С ума сошел? Ты промазал, стрелок, коньяк мой. Ты же сам убедился, Ганс. Твоя теория – полная ерунда. Русские девчонки все-таки носят трусы. Маша! Маша! Ну что, где ваша эта война? Корову сбили. Кто же мне шофера? Чем я детей кормить буду? Ну чего вы сюда приперлись, бесстыжие, и сидели в своей Германии? Да чтоб вы сдохли! Солнышко ты мое! Что это? Чем я тебе детей кормить буду? Господи! Господи, куда ж ты смотришь? Хорошая немецкая сигарета. Может, ты ему отлить поможешь? Пошутить нельзя. Не смеши меня. У меня камера дрожит. Смотри, Вальтер, что он делает? Он доит дохлую корову. Молочко парное.
Едем в земли незнаемые. А чего ж незнаемые? Россия, Псков, древний град государства русского. Лицо мне ваше, отец Александр, знакомо. В Риге виделись. С мороженым. Точно. Был грех. Несколько километров от нас. Тихо. А то я не знаю. Чудной ты, Лёшка. Ты знаешь что? Так как бы здесь церковь была Александра Невского. Да. Пацан! Да не бойся, я свой. Тебя это... Пожрать ничего не будет, а? Найдется. Немножко хлеба и рыбка. А? Только не пацан. А? Я Ева. Едем возрождать пустыню. На том и миссионеры. Псковская православная миссия. Недаром завтра праздник Преображения. Ага, едем. Красивые словеса возрождать с немцами. Прилепят вам потом всем на лоб. Иуда, век не отмоетесь. Андреевна. Ладно, молчу, молчу. Да не изволь смущаться, матушка Алевтина. Да и нам сейчас говорить об ярлыках. Такое дело начинаем. Пан начальник. Водечки треба. Холодненькой. Не случись эта война, через 2-3 года все церкви в России, все до единой, были бы уничтожены. Да и вы вместе с ними. Güte, Jochen! Hallo, Paul, wie geht's? Bist du das? Du bist die KGB. Lange nicht gesehen. Ja, genau. Веселятся. Может, и над нами потешаются. А у самих-то рожи вон. Свинья поскромнее будет. Отец Георгий, роток на замок. К чему зазря нарываться? Нам еще предстоит. Ой. Немца перехитрить. Тяжело будет. Большевиков обламывали, а колбасников не перехитрим, что ли?
Да ведь я, как вы выражаетесь, тоже из колбасников. Потому знаю, будет тяжело. А невеста у тебя есть? А как же? Маша. А у меня еще нет жениха. Да я и некрасивая. Во, мелюзга, а? Уже жениха подавай. Да ладно тебе. Ты это, сказку про гадкого утенка помнишь? Mm. Ну вот. А ты кому в закат-то? Я к батюшке, священнику. К папу, что ли? Mm. Чудно. Хотя, если разобраться, и я чудом из окружения вышел. Ну все, притопали. Теперь ищи своего папа, а мне некогда. Покеда. Как тебя звать-то? Леха, Лугатинцев. Тихо, Серый, тихо, стой. Маш. Лёшка. Ну, здорово. Здрасте, солдат. Здрасте. Здрасте. Привет, Костян. У нас Машу убили. Иди спать. Иди. Это правда. Машу немцы застрелили. Держи. Хотел я сам, но семья. Правда, патронов всего 4 штуки. Что это за хреновина? Это популярная русская забава. Я знаю, как этим пользоваться. Похоже на виселицу. Тут 3 веревки. Надо втроем. А вот, вот если я скажу нет, а? Тогда я спрошу, почему? Ну, например, у меня другой жених есть. Милиционер этот? Ты врешь-то все. Нет у тебя никакого жениха.
Я все про тебя знаю. Все, да не все. Тоже мне знаток нашелся. А все равно моей будешь. Потому что так, как я, тебя ни один человек не полюбит. Отец Александр! Господи, батюшка! Там Николай Торбцев колокол нашел! Момент! Bewegt euch nicht! Момент! Sind wir beide im Bild? Komm schneller, das Ding ist schwer! Ja, ja, ja! Achtung! Gut, fertig! Слава Богу! Недалеко забросили! А чё? Его только слегка почистили! Батюшка! Опять у нас колокол заговорил! Муха, откуда ты, небесное создание? Вот, пришла. А в каком году его сняли-то? В 30-м, что ли? Я и не знал, что его лет. А я думал, увезли. Колокольни несите!
Здесь подожди. Аля. Думаю, что с картой делать? Да уставь пока. Аля, я это... Там моя еврейчушка к нам притекла. Какая еврейчушка? Дочь Моисея Сускина, которую я еще в Тихом окрестил, помнишь? Отчего ж не помнить? Помню. Всех ее родных загребли фашисты. Она одна спаслась. Вот недаром приняла святое крещение. Так. Значит, ты хочешь сказать, что дом у нас большой, слава Богу? Да. Ну, здравствуй, Ева. Черри Иерусалимская. Дальше, тем яснее Европа сознает угрозу, которую для ее существования представляет большевизм. 22 июня 1941 года Германия была вынуждена начать бой против большевизма. Бои на уничтожение на Востоке. После жестоких рукопашных боев враг отброшен. Этот день вылился в огромные народные гуляния. Безответственное большевистское командование вновь и вновь безжалостно бросает массы людей на верную гибель. А зачем вы все это показываете? Хотите нас окончательно растоптать? Помилуйте, отец Александр. Это часть моей работы. Понятно. Меня сильно обжигает судьба попавших в плен. Страшно смотреть. Кто о них позаботится? Да, ведь таковых уже более 2 миллионов. Даже здесь, неподалеку, в сырой низине. Создан КЦ. Концентрацион лага. Мне искренне жаль узников. Они страдают непомерно. Почти без еды. Ведь Сталин не подписал конвенцию, по которой Международный Красный Крест мог бы содействовать в этом вопросе. Я люблю тебя, Хельга. Я так тебя люблю. Ты действительно веришь? Несомненно, Руди. Если она написала «Навеки твоя», значит, так оно и есть.
Не стреляй! Нет! Пожалуйста, нет! Нет! Навеки твоя, Хельга. Приготовились. Ласик, вставай ближе. Так? Приставки, что с лицом? И руки опусти. Это бобики нарисовались. Овшиска, Микешка, молодцы. Впечатляться в вечность! Чё ржёте? Внимание, снимаю. Стой! Это священник. Есть указание их не трогать. Получается так. Чем же вас тут кормят? Почитай, что ничем. Отойди. Дай мне ведро. Не понимай? Работай с песней. Это Колька Блажной. Давай. Присматриваю я за ним. Ну, есть хотите? Хотите есть или нет? Тогда спойте что-нибудь. Песней, не понимаешь? Работай с песней. Да пойте же. Русские любят петь за работой. Да, это так. Давай, с песней. Давай. Жрите, жрите. Шли бы вы отсюда, отче. Жрите. Жрите. О! Пап! Oder willst du zu ihnen? Versteht mich nicht. Давай, давай. Давай, иди. Туда хочешь. Продовольствие. Медикаменты, одежда. Господи, помилуй нас, грешных. Братцы! Оставьте! Хоть кусочек! Вайта, Вайта! Убегай! Братцы! Вот и первый снежок на Покров.
Слава тебе, Господи! С праздником! Красота! С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! А почему покров? Покров? Это Богородица свой платочек снимает и всех нас покрывает от врагов. Ишь ты! Ох ты! Ну что, отец Александр, обедом-то угостите? Я чай заслужил? Непременно угощу. А как бы нам, Иван Федорович, завести теплую одежду узникам концлагеря и продовольствие? Его лишь... Я воль. А знаете ли вы, отец Александр, как расшифровывается СССР? Смерть Сталина спасет Россию. Это батюшка картинки для деток вырезал, для наглядности. Детки выросли, а батюшка так и не повзрослел. Вырезает. Unser voller Sieg! Der Widerstand bei Moskau ist gebrochen. Bringen Sie bitte mit, Herr Oberst. Ja, gern. Prost, Prost, auf den Sieg! Was ist das, Иван Федорович? Mein glorreicher Sieg. Весь мир ликует, батюшка. Оборона красных под Москвой пала. Никакого сопротивления. Жители столицы с восторгом встречают освободителей. Что же теперь будет, Сашенька? Ничего, еще поглядим. Москва. Ну что ж, Москва. Помнится, пожар служил ей много к украшению. У меня две бутылки самогонки. Русского шнапса. Как это называется? Замогонка? Нет. Самогонка. Лучшее средство от русской зимы. Сдавайся. Эркендих. Подойдите сюда. Нер. Нерком. Стойте спокойно. Свихнемся мы тут скоро. От безделья. Штейнзе Руйх. Внимание. Вижу, слышу. Повтори, не понял. Прям кадриль какая-то. Тише, ребята, тише. Машерочка с Машерочкой. Тише. А что, мы до войны такую кадриль в клубе выкомаривали. Правда, Леха? Да не трогай ты его. Попадет. В церкви направляется. Какое место раньше было? Кино, музыка, танцы. Ладно, не отвлекайтесь. Алексей, куда намолился? В клуб пойду, потанцую. Ты чего? Там же немцы Рождество свое празднуют. Вы меня не трогайте. Ладно?
Вот какое у тебя тут кино. Ну, что стоишь-то? Свет гаси. Свет гаси. Ты никак убить меня хочешь? А я не знаю. Пока. Ноги. Набегался. Чем же я тебе так не угодил? Ты нагадил в самую середку моей жизни. Да когда же я успел? Слушай меня, поп, не перебивай. Ты вообще кто такой? Ты откуда здесь взялся-то? Тебя кто звал сюда, балаболка? Ты кому служишь? Немцам, изменникам Родины. А я родился, вырос в закатах. У меня любовь здесь была. Первая. И последняя. Маша Торопцева. И вот тут вот. Я ей в любви объяснялся. Пришли немцы и убили ее. Теперь ты. Да погоди, стой! Не боишься смерти? Боюсь. Но если пришел мой час, то и слава тебе, Господи. Прежде чем совершишь задуманное, разреши хотя бы отпущу тебе все твои грехи. Угу. Тебя как звать-то? Леха. Ты крещеный? Бабка дура в детстве крестила. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да прости тебе, раб Божий Алексей, во всех согрешениях твоя, включая и задуманный грех убийства священника Александра. Я с недостойной протоиереей властью неданной прощаю и разрешаю оси грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну ты поп даешь. Господи, Матерь Божья, благодарю вас, что милостив ко мне грешному. И этого дурака спасли от вечной погибели. Матушка, скажи честно, я похожа на еврейку? Да что ты, Господь, с тобой? Чистопородная русачка. Мягче, и курок не рви. Угу. О! Попок наш опять откуда-то возвращается. По селам шастает, отпевает да крестит. Партизаном ли часом? Что, батек, в Иерусалим въезжаешь? Осанна! 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 Вот антихрист его семя. Осанна! Ева! Батюшка приехал. Лиши! Что? Вот ныне ты по документам моя законная дочка. Ева Александровна Ионина. Молись о здравии раба Божия Ивана Федоровича Фрайгаузена. Это он поспособствовал. Батюшка, ух ты,
Стрекоза! Чистая муха! Подожди, сейчас обедать будем. Ой, не хочу! И еще. Он выхлопотал, что наш храм на Пасху приведут военнопленных из лагеря. Слава Богу. Воистину. Вот гляжу я на тебя, батек, и удивляюсь. Вроде бы ты за немцев, а вроде бы и не за немцев. Ты бы определился, за кого ты? Я за Иисуса Христа, за Богородицу, за Серафима Саровского. Понимаю, список длинный. Мы подчиняемся митрополиту всех прибалтийских земель и псковских Сергию Воскресенскому. Тот Сергию Старгородскому. Митрополиту Московскому, местоблюстителю Патриаршего престола. Московскому? Ну а Москва-то чья? Ага, значит, служишь немцам, но с оглядкой на Москву. Не выйдет, батек. Не выйдет. Красные вернутся, нас с тобой на одном суку повесят. Что ты на это скажешь? Да что скажу? Так ведь и Христа распяли вместе с разбойниками. А ты себя с Христом не равняй. Хотя, помнится мне, один из разбойников раскаялся. Может, и мне попробовать? Ой, страстная неделя, он с водкой приперся. А что? Прогнать ты меня не можешь. Работа у тебя такая. Грехи отпускать. Отпускать или не отпускать, не тебе решать. Ну, слушай, поп. В Лен я попал в июне. Предложили служить Великой Германии. Жить-то хочется. В августе наш взвод уже проводил карательную акцию в местечке Хмельник, где я лично убивал и дома жег. Но если бы я не убивал... О чем же ты думал, когда стрелял в беззащитных? Я ни о чем не думал. Ты дальше слушай. Я вместе с немцем зашел в один дом. В дом зашел первым и увидел старика со старушкой. Рядом с ними сидел парень лет 15. Немец мне сказал, стреляй. И ткнул рукой на этих за столом. Я из своей винтовки сделал 3 выстрела. В каждого по одному. Проходя во вторую половину, я увидел люльку, подвешенную на веревке к потолку. Там был ребенок. Год или меньше. Пацан это был или девка, я не разобрал. Выстрелил в упор. И убил его. А ведь ты, владыки, не раскаиваешься. Какое же тебе прощение?
Нет прощения, говоришь? Ладно, посмотрим. Батёк, а батёк? А дочка твоя, приемная, якобы сирота, племянница. Часом не жидовочка ли, а? Смотри у меня, месту блюститель. Этих доходяг отказался, а поп привечает. Красный крест. Ах, черт! Вот так номер. Обвенчали блоху с собакой. Да, устроили мракобесие. В ближайшее время необходимо провести карательную акцию. Казнить предателей полицаев. Да они у нас тут тихие. Пьют, да девок щупают. Угу. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесе, и нас на земле спокойни, чистым сердцем Тебе. Попа заодно прищучить, а? Может, и попа. Да он вроде нормальный поп. Товарищ комиссар, за немцев не агитирует и пленным нашим помогает. Да что у вас тут такое творится-то, а? Что, понимаешь, не враг, то либо тихий, либо нормальный. Распустили вы народ. Будем исправлять. Здорово. Значит так. Христос воскресе. А? Воистину. А теперь целоваться положено.
Значит... Три раза надо. Ты вот что, ты папу передай своему, чтобы он поберегся. В отряде комиссар новый, так что теперь вообще все по-другому пойдет. Ты... А теперь закрой глаза, протяни руку. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнился дух мужик, осипа, дай землю покрутить. Как дух. Слышь, мужик, дай землю покрутить. Какую землю? Вон у тебя на столе стоит. А? Не давайте ему ничего крутить. Дайте нам чего-нибудь покушать. Христа ради! Откуда же вы такие? Из Ленинграда мы, беженцы. А зовут вас как? Я Витя. А я Людочка. А фамилия? Попадины. Это хорошо. Будет перед матушкой козырь. Куда же идете-то? Туда, где побольше хлеба, на юг. Считайте, что пришли уже, мои дорогие. Заходите, сейчас вас обедом накормим. А я? А меня Коля зовут. Ну, пошли, Коля, и ты с нами. Пошли. И начнется у вас теперь новая жизнь. Да не крутись ты. И спрос с вас теперь будет другой. Ой. Людка, не пищи ты. Я не пищу, я радуюсь. А я говорю, не пищи, потому что это грешно. Батюшка, а пищать это грешно? Пищать? Да. Ну, вообще-то не грешно, но лучше не пищать. Бог, ты теперь будешь меня защищать? Чего ждешь? Вдохновение? Овшиска, куда опять? Сортир за углом. А на природе душевней. Вчера ластик в твое дерьмо вляпался. Свинья грязь найдет. Что? Нас убивать идут! Ты что, сдурел?
Не усовываться! Замерли все! Ну что, догнал? Саша! Никуда не... Все живы! Ева! Все! Все! Все. А это же... Живой этот попей! Оружие! Предаться! Оружие! Надо бы отпеть их, батюшка, по обычаю. Со святыми упокой? Я прекрасно понимаю глубочайшее горе родственников и родителей этих людей. Но скажем честно, чего заслужили сие люди здесь прилежащие? Наших искренних молитв и пения со святыми упокой? Увы, нет. Наши пения и наши молитвы не будут искренними, а стало быть, будут лживыми. Скажем откровенно, кто сии люди здесь перед нами предлежащие? Они изменники Родины и убийцы безвинных людей? Ой, Саша, Саша. Что ж ты делаешь, а? Ты зачем такую ораву ребятишек набрал, чтоб такие поступки совершать? Ты подумал о том, как я потом управляться без тебя тут с ними буду? Не бойся, Люня, дети у нас смышленые. Наоборот, буду тебе опорой, когда меня не... Не станет. Не смей! Не смей говорить так! Нет. Я сама в гроб лягу. Не надо, Аля. Когда тебя не станет. Алюшка, не надо. Мне и так страшно. Лучше тебе, там тебе страшно было, когда ты речи эти дерзкие говорил. Ну и страшнее было бы, если бы я отпел этих полицаев. Ну и не отпевал бы. Или отпел бы, черт бы с ними. Господи, прости меня, Господи, прости. А говорить-то так было зачем? Все же слышали. Ой, ой, ой. Алюшка. Бог милостив, может, и на этот раз пощадит. Da, was haben denn unsere braven Handwerker aus dem alten Heldendenkmal gemacht? Foto! Mithalten! Nicht zurückfallen! Отец Александр, а ты как здесь?
А я ведь как раз сегодня к тебе собирался заглянуть. Благословите, владыку. По правде сказать, я поехали, господину давай. Полковнику ехал. Неприятности у меня в сырой низине, в лагере. Ну, о неприятностях позже. На Москве радость превеликая. Митрополит Сергий Старгородский. Патриархом? Да. Избран патриархом московским и всея Руси. Господи, радость-то какая. И что ж теперь? Теперь от меня требуют осудить и не признать избрание на Москве патриарха. И что же вы? А что я? Кручусь, перчусь и уповаю на милость Божью. Вы уж и про письмо скажите. Вот видишь, не дадут порадоваться. А что говорить? Пусть лучше сам прочтет. Это копия. Господин Фрайгаузен расстарался. Осуждение изменников вере и отечеству. Среди духовенства и мирян находятся такие, которые позабыли страх Божий, как Иуда погубил свою душу. Святая Православная Церковь вынесла свое осуждение изменникам. Она постановляет всяк виновного в измене дочислиться отлученным с подлинным верно управ делами Московской Патриархии. Так что теперь получается, что мы... Ну, не надо все принимать так буквально, отец Александр. Я бы мог и не показывать вам этот указ. Тем более, что он пришел к нам нелегально. Но я хочу, чтобы все понимали только одно. Для нас все остается, как и прежде. Богу Богова, а кесарю кесарева. Владыка, ведь нас и вашу миссию разгонят. И это в лучшем случае. Все игры закончились. Пришла пора платить по счетам. А мы ни у кого не одолжились. А платить по счетам, милейший Иван Федорович, мы будем совсем в другом месте. Что скажешь, отец Александр? И немец не вечен, и большевики не вечны. А токмо один Иисус Христос, перед ним ответим. Это в другой жизни. А теперь что прикажете делать? Спасать детей. Дедушка, а куда мы едем? Да я же говорил вам. Мы будем жить вместе в селе Закаты. Очень хорошее село. Люди там добрые, хорошие. Места очень красивые. Там и храм Божий. Вы все будете в него ходить. А храм это не страшно? Там не будут кровь брать. А у вас что, брали кровь? Да, у нас у всех немцев брали кровь. Они говорили, что у немецких детишек не хватает крови. И поэтому мы должны своей кровью поделиться. Господи святый, больше никто не станет брать у вас кровь. Я вас в обиду не дам. А ты не врешь? Я никогда не вру, потому что я священник. А вон наш храм. Посмотрите, какой он нарядный, высокий. Не волнуйся, Алюня. Это не нам, дети. Раздадим по прихожанам. Здрасте, пожалуйте. Ты попробуй котят раздай, когда кошка катится. А тут дети. Так прям сейчас и разобрали. Ну, посмотрим. И смотреть нечего. Ладно бы двух-трех привез, а то целую кучу. Царица небесная. Откуда же они такие получились? Немцы детский лагерь устроили в Солоспилсе. Митрополит Сергий упросил властей, чтобы малых сих раздали по священникам Псковской православной миссии. Что таращитесь, в дом идемте. А радость-то какая? Владыка сообщил, что в Москве избрали патриарха Сергия Старгородского. Как же это? При советской-то власти
А вот так вот. А ведь в том, что патриарха избрали, мне кажется, и наш лепта есть. Есть, да не про вашу честь. Чего ты? А то, матушка, пляши. Саш совсем с ума спятил. Письмо от наших сыночков. Дай. Дай. Благодари владыку Сергия. Не бойтесь. Матушка Летина, она строгая, но очень-очень добрая. Пойдемте. Давайте, 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 давайте. Ну, будем знакомиться. Ух вы, аглоеды. Меня. Здравствуйте! Ева, а батюшка куда опять поехал? В Тишково. Деда крестить. Он ведь в округе один на всех. Ты про Ирода хотела спросить. А зачем он детей бил? Царь Ирод? Угу. Злой, потому что... Фашист? Можно и так сказать. Он Христа боялся. А Христос среди новых детей должен был родиться. Вот он и решил убить всех. Матушка Левтина, вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Лучше вы Херувимскую вместе с нами в хоре не пойте. Как не пойте? Не сердитесь, еще раз умоляю. Вы все хорошо поете, но Херувимскую у вас никак не складывается, а в итоге все сбиваются. Фух, как это? Херувимская не складывается. Ты что говоришь-то? Без году неделю в христианстве попади учить вздумала. Ишь ты! Матушка, ну как же вы... Ева? Отнять наш скот и уничтожить урожай. Ой, батюшка, батюшка родненький, там плохое, там косница собирается. Подержи. Против своего народа, но их за деянием будет положен конец.
Господи, благослови. Домой. Домой иди. Домой иди. Саша, не ходи! Там, где не справитесь своими силами, обращайтесь за помощью к немцам. Пусти, Штейн! Этих сталинских наймитов. Указывайте места, где они скрываются, где прячут оружие и продовольствие. Кто борется против партизан? Христиане! И вы немцы, и вы русские! Все мы дети матери церкви, так проявите же немцы милосердие! Не мучьте, не казните сих юных, полных жизни ребят и эту девушку! Ведь Христос незримо присутствует здесь! И Он душой с теми, кого казнят, а не кто казнит! Господин Фрейгаузен, помогите! Ступайте домой, отец Александр! Господь Бог наш, Иисус Христос! Апфион! Если хотите, чтобы с вами... Не трогайте его! Он под защитой рейхсминистра! Батюшка! Идите! 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 Идите. Помилуйте! Послушайте! Не смотри! Отец Александр, не смотри! Отец Александр, не смотри! Иди! Иди! Ausführen! Клюкву что, тоже Бог дает? А как же? В Писании сказано, что с самого начала Бог дал людям в пропитание всякие семена древес, плоды, ягоды. Саша, помолиться бы надо. Нет мочи, Алюшка. А что такое? А что такое? А что такое? Не отвлекайтесь. Я хочу принести извинения за то, что вынужден. Вон отсюда. Поверьте, отец Александр, мне тоже нелегко. Но исполнить вашу просьбу было невозможно, и вы это прекрасно понимаете. Вон из моего дома. Простите. Иван Федорович! Аля, не смей! Ой. Он подтолкнул, понимаешь? Подтолкнул. Вот дровишки вам для обогрева. А где народ-то? На работах, на торфе. Я возьму.
Halt! Назад! Gehen Sie weg! Der Transport geht weiter! Zieh diese Dünkkoffer weg! А в чем дело? Назад. Прошлый раз все взяли и отдали пленным. Weg. Матушка, спроси. Weg. Macht schon! Haut ab hier! Herr Kommandant, aber warum? Wir haben extra Erlaubnis. Wir haben Lebensmittel und Kleidungsstücke mitgebracht. Bitte, Herr Kommandant, lassen Sie uns durch. Erklär's ihr. Bitte. Geh weg. In der Armee fehlt uns Fressen und Kleidung, weil sich eure Idioten nicht ergeben wollen. Das sind Weihnachtsgeschenke für unsere Soldaten. Genau. Он говорит, что немецкая армия испытывает нехватку в теплых вещах и продовольствии. А дрова разрешили оставить для обогревания бараков. Да как же так? Там одних только шерстяных носков. На каждого узника хватило бы. Все взяли. Хотя, матушка, раз им наши носки понадобились, стало бы дело у них швах. Куда же она запропастилась? Ни у Чеховых, ни у Протловых нет ее! И у Дорофеевых тоже! Она еще вчера жаловалась, голова сильно болела, весь день ничего не ела. Вдруг вспомнила, как часто меня обижала, стала просить прощения. А когда я хотела обнять ее, говорит, нечего нам обниматься. Правда, голова у нее болела. И ночью она спала от меня в отдалении, в другой комнате. Иди. Пойду Завьяловых проверю. Добро. Надо опять идти искать. Собачек бы надо прихватить. Каких собачек? Батюшка, письмо. Письмо от матушки. Как письмо? Откуда? Куда же она мотанула-то? В Евангелии нашла. Написано отцу Александру. Дорогой мой и любимый муж Саша, когда мы ездили с тобой в последний раз в концлагерь, я там, по-видимому, подхватила тиф. Я не смею подвергать тебя и наших детей опасности. Господи, благослови. Это не самоубийство, ибо никаких действий над собой я не предпринимаю. Это не самоубийство. А просто ухожу. Ибо никаких действий над собой я не предпринимаю, а просто ухожу. Приду куда-нибудь, отлежусь и выздоровею. Было бы куда большим грехом подвергать вас всех заразе. Тебе же хочу сказать, никого я так не любила в своей жизни и не встречала лучшего человека, чем ты. Многожды я гневала тебя различными поступками и противостоянием. Прошу простить меня. Теперь тебе надо будет еще больше остерегаться от дерзких и необдуманных поступков, потому что меня нет. На тебе одном лежит вся ответственность. Всем детям нашим, Васе, Мите, Андрюше, Данилушке и приемным детям Еве, Вите, Людмиле, Колюшке, Виталию и Леночке передай мое благословение. Пусть помнят обо мне только хорошее. Ну, пошли с Богом! Господи, хоть бы выбраться. Помоги мне. Помоги. Надеюсь, ты, Сашенька, выпросишь для меня у Господа Бога прощение всех грехов и упокоение вместе тихом, вместе чистым. Там мы и встретимся вновь. Люблю тебя, твой точильный.
камень. Укрепить меня хочешь? Алюшка, я так тоскую по тебе. И я так редко говорил тебе, что люблю. А я очень сильно люблю тебя, Алюшка моя. И так хочется уж поскорее к тебе. Зачем же ты в лес ушла? Что ж ты наделала, ласточка моя? Это будет мое самое лучшее фото из России. Автомат повыше. Хорошо. Ты, иди сюда. Да-да, ты, иди. Ты папаша, и он папаша. Один момент. Это Мария с Иосифом. Понятно тебе? Сними меня с ним. Стой! Я подарки привез пленным. Прочь! Эх, матушки, нету, перевести некому. Я по поручению полковника Фрайгаузена. Оберст Фрайгаузен. Ферштейн, дурь эта кишка. Вот. Рождество. Понимаешь? Вайнахт. Вайнахт. Да, Рождество. А мы тут торчим, как дураки. Прочь. Прочь, старый идиот. Степан!
Степ, давай корзину переброшу. Отец Александр, уходите, Тиф! Тиф! Тихая ночь, святая ночь. Пастухи пришли поклониться. Ангелы поют аллилуйя. Пришел Христос Спаситель. Остался ей единица. Батюшка, пойдемте домой. Сколько уже здесь стоите-то? И то верно. К тому же сказано, что меня тут ищете. Она теперь не в земле, а иных землях незнаемых. Кто теперь станет моим точильным камнем? Скажи на милость. Не надо, батюшка. Верно, доченька, верно. Живым жить надо. Ты вот, я знаю, с Алексеем Лугатинцевым тайно встречаешься. Иди за него замуж, муха. Он хороший парень. Настанут новые времена, и вы будете, как Адам и Ева. Прародителями нового рода. А ведь Лёшка мне, как и вы, мухой зовет. Ну что ж, подъехали и в дом не заходите. Да вы ведь в прошлый-то раз меня выгнали. Ладно, идемте, чего уж там. А я вам мороженого привез, как в Риге, помните? Да какое мороженое, пост? Разве детей порадовать? А я и свечей привез. Меня крестили, а он у нас латыш. Ты сама латыш. Витас, Витас, Битас, Дритас. Был Витас, а теперь раб Божий Виталий. А у кого-то я могу и мороженое отобрать. Когда я тут подвязался, меня тоже первым делом крестили. Видишь, как выражается, подвязался. Быть тебе, Коля, священником. Господи, упокой душу рабы твоей, Алевтины. Вам и о себе подумать надобно. Компания 43-го года провалилась. Ведомство Розенберга оказывает на нас давление. Указано, что священники Псковской православной миссии обязаны ежедневно служить молебны о победе германского оружия. Они что, так уверовали в силу нашей молитвы? Это не важно. Но это к вам будет лучше. И вы думаете, я соглашусь на это? Вы лучше в лагере военнопленных ТИФ. Меня туда не пускают. Оставьте, отец Александр. Какой может быть лагерь? Да лагерь скоро ликвидируют.
И псковскую миссию тоже. Вот теперь все понятно. Хотят нас посильнее запачкать напоследок. Как-то вы говорили, игры кончились. Угу. Милый вы мой батюшка, подумайте о вашей огромной семье. Над моей семьей покров Богородицы. Пусть лучше меня немцы расстреляют, чем наши, когда придут. Я все устрою отличным образом. Семья ваша будет эвакуирована в Германию? Да не хочу я в Германию. И детей туда не отдам. У них немцы кровь брали. Якобы для детей Германии. Как это понимать? Это никак не надо понимать. Отец Александр, исповедуйте меня. Я немец, батюшка. Я служу своему народу. Судьба меня надвое раздирает. Извините за высокий штиль. Простимся по-православному. Спасибо, Господи. Не хуже архиерейской. День придется кормить своих соколиков. А поп хорошо жил. Так у него и детей вон сколько. Сашок, ты б так немцев бил, как дрова колешь. А то не бил. О, Владимир Ильич из леса возвращается. Красотка! Куда нести-то? Да вон хата напрос. Привет, Муха. Я смотрю, поселяют вас. Мать говорит, если что, можно к нам. Здравствуй, Лёш. А здесь теперь штаб. Мы пока в доме Владыкина. Там, правда, печка дымит, но ничего, сейчас же лето. Тебе так форма идет. И лошадь. Ой. Это командира нашего. Слушай, где отец Александр? Он мне позарез нужен. А он не сказал. Но я думаю, он в Саранизине. Федор! Командир! Покурите, оправиться! Далеко не разбредаться! А ты изменилась. Прям. Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Упокой, Господи, душу усопших раб твоих. Отец Александр! Тебе уходить надо, отец Александр! Все бабы! Все, кто в оккупации работал, там арест и расправа. Хорошо, если в лагеря, то могут к стенку поставить. Вот видишь. Господи, что ж такое творится-то? Куда же я пойду отсюда? Я от немцев не бегал. Неужто от своих побегу? Ну что, поп, сколько ты тут людей исповедал, а? Не считал. Угу. А терем мы тебя здесь, исповедовать будем.
Жаль, сейчас к вашему отродью временное послабление объявлено. Даже храм твой тронуть не могу. Слушайте, да подпишите вы это признание, что вы сотрудничали с гитлеровцами. И вам, и нам проще будет. Это конечно. Я тоже хочу, чтобы всем проще было. Но вы посудите сами. Как же я буду врать о себе? Ведь я только и молился о избавлении русской земли от проклятого врага. И в лагерь наших военнопленных я честно отвозил продовольствие, одежду. Не моя вина, что половину и впрямь забирали себе немцы. Я помогал нашим, как мог. Всем разойтись по домам. Отпустите нашего батюшку. Не положено. Ну, пожалуйста. Идите, идите отсюда. Если хотите, возьмите у меня кровь. Зачем мне твоя кровь? Ну, пожалуйста, всю мою кровь возьмите. А ну, брысь отсюда, поповские выродки. Береги детей, Муха. Он с вами недалеко прокатится. До Тишкова. Там его перехватят. The rivers of Чело, к тебе обращаются. А у вас в монастыре поесть можно? Кажется, дождь собирается. А молоденьких монахов много? Да каких монахов-то? Скажите, а укрыться у вас можно? А то дождь вон.
Дождь, дорогой, это хорошо. Заходите, дети, там видно.